დღეს პროექტი დავძლიოთ ომის შედეგები ერთად ფარგლებში გერმანიის, უკრაინისა და სომხეთის არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ჩამოვიდნენ. ისინი ფოჩი განსახლებულ დევნილთა საზოგადოებრივი საბჭოს წარმომადგენლებს შეხვდნენ. პროექტის მიზანია კონფლიქტური რეგიონების გამოცდილების გაზიარება და ახალი მეთოდების დანერგვა პრაქტიკაში. Ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია. Проект мишнования им денег, там денег до 25 целей, а гасоли у кочуэни конфликт, карту абхазури конфликт из шемдек, да интеграции из процесса рад к маун дать аримарта, маграм родисац саубария интеграции саук, это все гамут силе базе, это зале мишнования. Организация немецко-русский обмен, и мы поддерживаем гражданское общество в Западной и Восточной Европе, и здесь мы здесь в Грузии бываем в рамках нашего проекта, международного проекта, преодолеем последствия войны вместе. Мы реализуем этот проект вместе с 8 партнерами из 5 стран. И среди этих стран также и Грузия, Армения, Северный Кавказ, Россия, и Украина и Германия. И в рамках мы здесь в Грузии, потому что у нас 6 направлений в этом проекте. Одна из этих направлений – это интеграция переселенцев и беженцев. Особенно для нас интересен уникальный путь, который прошла Грузия в интеграции переселенцев в связи со своей историей. И мы здесь для того, чтобы изучить успешные практики, посмотреть своими глазами на тот путь, который вы прошли, посмотреть, что удалось, какие ошибки были совершены, чтобы нам их не повторять. Проект საზოგადოებრივი ორგანიზაცია გერმანულ-რუსული გაცვლა. Უკრაინის ორგანიზაცია თავისუფალი ადამიანების ქვეყანასთან ერთად ახორციელებს, რომელშიც საქართველოს, სომხეთის, რუსეთის, უკრაინისა და გერმანიის 6 პარტნიორი ორგანიზაცია მონაწილეობს.